все тяжи, да, это все тяжи, которые стягивают наш дом. Он просто провис. Вот. И с этой, и с той стороны. Вот. С обоих сторон. Это по квартирам. То есть и потолок плита плотно. Да, вот она, да, вот разошелся даже вот шов. Там опять расходит с той стороны. Угу. Заделали шов. Здесь вот отходит, вот как там параллельно, здесь вот лопнул тоже он. Вот видите? Смотрите, какая трещина пошла, вот. Видите? И это все отходит. Это просто пролазит, да. Это для масштабирования показать, что. Вот если вы посмотрите, рука просто пролазит. Ремонты люди устали делать. То есть вот эта часть у вас получается вообще отваливается? Да, она отходит в сторону, потому вообще, что... Да, у нас подъездная уже... вот эта стена, она уходит. Дом рушится, несущие стены тоже, по периметру тяжей плиты отходят, заваливаются. Лестничные клетки, если обратить внимание, они тоже оседают. Потом у нас очень ситуация такая не очень хорошая, вот с перемычками. То есть вот это все, оно просто разрушается, и это идет почти до второго подъезда. Стены заваливаются, уходят. То есть она получается на улицу? Туда, да, стена уходит на улицу. Стены, если вы обратите внимание, вот на полу, вот здесь то же самое. То есть в этом году стало хуже, вообще, да? Вообще, да. Кусками рассыпается, вон там дырище такое. Это сквозные трещины, они тут, то есть люди замерзают. Вот, начнется там, мороз, да. Прям сплошная. В 2020 году мы забили тревогу, приходили с управляющей компанией, посмотрели, потом решили сделать еще одну комиссию в 2021 году. Все-таки я добилась, чтобы у нас была комиссия ЖКХ, управляющей компании, вызвали ООО «Каркас». Они обследовали, на основании этой комиссии мы провели техническую экспертизу дома. С результатами обследования «Каркас» пошли в межведомственную комиссию. Да. Кто нам написал «Каркас»? Они нам сказали, что ваш дом находится в ограниченно работоспособном состоянии. Для того, чтобы ваш дом поддержать в рабочем состоянии, вам нужно провести реконструкцию. Это усилить опять фундамент, забить сваи, сделать стяжку. На 2022 год это примерно стоило 16 миллионов рублей. Но сами понимаете, что у собственников на данный момент таких денег нет. И есть ли смысл разваливающийся дом скреплять? Потому что по каждому этажу с 5 по второй этаж у нас установлены металлические тяжи. И в некоторых квартирах их просто вывернуло. То есть это дом уже ползет, его не восстановить. Ну, то есть такие же работы в 2015 году уже были проведены? Да, в 2015 году, да. Только сейчас нам сказали еще раз забить сваи, это свайные какие-то работы. То есть это не входит в капитальный ремонт, это уже входит в строительный ремонт. Обращалась я к Бусаргину, к Лаврентьеву. В свое время Грачеву, на что администрация сказала, у нас таких денег нет, а вы можете взять займы и все остальное. Займы нам тоже брать не под что, если брать займы, то брать под жилье. Жилье у нас не в очень хорошем состоянии, а каждый займ, если мы возьмем 200 тысяч, то мы через 5 лет мы заплатим миллион, судя по процентам, которые могут дать нам организации, как нам посоветовали. Потом нам сказали, обратитесь в межведомственную комиссию, они примут правильное решение. Мы в 2023 году обратились в межведомственную комиссию. Межведомственная комиссия города Балаково сказала, что в таком доме жить можно, и дом не подлежит ни реконструкции, и он не аварийный. На основании вот этой вот межведомственной комиссии мы решили подать в суд, чтобы защитить свои права, потому что считаем, что дом все-таки аварийный, жить в нем опасно. А вот эти в каком году усиления ставили? Усиления ставили в 2015 году, и дом стягивали, проводили усиления, заливали фундамент. Но все дело в том, что дом движется, и идет движение, но в любой момент стены могут рухнуть. Это есть даже в заключении каркаса, что в случае движения конструкции дом может упасть. То есть бывает вот эта металлическая дверь у вас заклинит? Да, заклинит. Ее как-то, я даже не знаю как, но это уже с первого дня, как мы здесь живем. Здравствуйте. Потом вот видно, сколько мы уже спилили, чтобы она входила. А, то есть это вот видно. Вот мы постоянно опиливаем, чтобы входили эти. То есть он постоянно вниз как бы уходит, да? Да, дверь уходит вниз, стена вверх, перекашивает. Ой, господи. Те же тоже провисают, вот они. То есть раньше они более... Да, ну они, да, а это они провисли в этом году, они просто, вот его трогаешь, а он двигается. И это идет по всему дому.
Вот оно связано все равно. То есть вот этот пятак тяжа? Сейчас я пройду. Вот этот пятак его просто провернуло. То есть он сидел раньше, получается, заглубленный, да? Да, ну вот видите его как провернуло. Если вы посмотрите, вот видите, вот прямо вот сейчас, вот дальше. А дальше еще больше там. Вот. То есть сено, это в том году мы сделали, вот в том году, вот оно, мы заделали, и оно все просто идет и идет. У них навесной потолок. А, вот, да. То есть вы. Там сначала подумали, что просто штукатурка отвалилась, а потом, когда начали сделать, тут прям глыбы летели. Угу. Ну да, здесь вообще мерт. Ладонь пролезет. Ну да, в той комнате там в углу получается трещина. А есть у вас ее видно? Ну, вроде. Она сквозная. Это к соседям уже. Это к соседям. Раньше она была сквозная, потом взяли, запенили. Люди утром здоровались друг с другом. Мы сейчас, вот если она свет включает, вот в этом месте, уже видать, и тут вот уже видать ее обои. Вот, которые...